Так, всем привет, снова рецепт. В этот раз рецепт. Наверное, самый простой рецепт, простей этого рецепта, только можно сварить яйцо. Здесь только три ингредиента. Ножик и духовка вам нужно. Больше ничего. Приступаем, друзья. Рецепт просто простой. Хорошо идет к мясу, то есть к шашлычкам, к стейкам. Рецепт будет номер один. Всегда его разрыбают, шашлык остается, а это блюдо всегда разрыбают. Так что готовится очень быстро, легко. Приступаем. Я говорил, три ингредиента. Любимое ваше, любимый ваш топленый сыр, острый перец галапеньо, бекон. Вы можете бекон выбирать какой хотите. Мне нравится в кленовом сиропе, он такой послаще. Вы можете и в яблочном, то есть бекон в яблоке, то есть, короче, вы можете выбрать бекон, можете выбрать бекон, который сладкий, короче, он уже в глазури какой-то там, то есть, он немножко вкуснее, то есть, у него есть уже какие-то вкусы. То есть, я люблю в кленовом сиропе, то есть, такой бекон. Так что, сейчас мы нарежем эти перцы галапеньо пополам и покажу, что будет дальше. Так, жена говорит, ты не хочешь снять, как надо резать перцы, короче. Очень просто режется. Пополам. Серединку выбираем. Желательно это в перчатках делать. Ну, я такой. И все равно. И люблю острое. Потом глаза себе еще натруть. Вот так. Это все убираем. Очищаем вот так от семок вообще. Вот так. И это все делаем со всеми остальными перцами. Скоро вернусь. Так, короче, нарезали перцы вот так. А теперь берем ваш любимый сыр. У меня просто такой топленый сыр. Ничего в нем особенного нету. Берем бекон тоже. Ваш любимый бекон. И вот так обматываем. Вот так. И у вас получается вот такая лодочка. И строим кучу вот таких лодок. Короче, вы можете в этом рецепте сделать еще крем-сыр, перемешать его с курицей, сюда так же само начинить, как правильно слово, начинить, наверное, и так же само поставить бекон сверху, любимый ваш бекон, и тоже будет обалденно. И за это блюдо я вам сразу говорю, что оно реально, люди его разбирают, что мясо остается. То есть, если вы... Сейчас я, короче, доделаю это, вернусь. Не так важно это все. Я, да, короче, это и так важно. Я уже заговорился. Люблю я лишнее болтнуть. Все, давайте. Сейчас наделаю кучу таких лодок. И все. Вот, получились у меня вот такие лодочки. Сейчас мы их поставим в духовку. Короче, насколько у меня хватило бекона, столько я и сделал. Там пару лишних было, но ничего страшного. Это рецепт. И пока никого дома нету, кроме меня. Сейчас я тут, ну, меня и жены. Я думаю, нам хватит с головой столько. Так, я буду готовить сегодня в Airfry. Что так быстрее для меня. Но обычно, когда я с грилами занят, и жена, короче, это все делает и готовит это в духовке. 400 градусов Фаренгейта или 205 градусов, по-моему, Цельсия. Где-то на 15 минут открыли, посмотрели, есть ли уже корочка на беконе готова. Я думаю, все у вас получилось. Так, я уже упаковал, но, то есть вы не должны так делать. Вы просто ставите в духовку на грил. Просто если у меня грил занят и много шашлыка, жена обычно готовит в духовке. У нас, так как я говорю, у нас двое. Короче, не надо там духовку нагревать. Так, еще один момент. Те, кто боятся острого, от температуры острота с перца уйдет. Так что не переживайте, там оно будет немножко так иногда щипать. Я думаю, любой, у меня дети едят, то есть, короче, любой человек должен выдержать, как называется, остроту, то есть, да, блин, у меня так столько всего в голове, короче, я теряюсь. Все просто, короче, сейчас кидаем это все дело в духовку, вы в духовку, а я в этот эйрфрайер, и минут 15, и будет готово, я так думаю, так что все, начинаем. Так, эта штука, я не знаю, как пользоваться. Первый раз ей пользуюсь, что я ленивый сегодня. Так, найдем, бекон. Так, на 15 минут. И сейчас должно заработать, я так думаю.
Уж раз так было, месяц назад. Так. Все, работает. Вот так должны выглядеть ваши перцы. Вот такая, почти бекон полумягкий, почти хрустящий. То есть края у него такие хрустящие, а серединка у него мягенькая. И сыр должен расплавиться. А сейчас будет важное сообщение. Так, все, перцы готовы. Очень быстро готовится. А теперь важная информация для тех, кто любит проскакивать средину. Ребята, не попробуйте не 15 минут, а 10 минут и проверьте, потому что в эйрфрайере быстрее готовится. Так что и в духовке тоже, на всякий случай проверьте. Вот такой красивый перчик. Не надо вам никаких шашлыков, ничего. Шашлыки без этого блюда не шашлыки, честно скажу. Так что даже муха со мной согласна. Так, короче, ребята, рецепт просто простейший. И мне хочется вам простые рецепты такие делать. Не знаю, они для меня простые, для вас полезны. Острота. Чтобы вы понимали, эти перцы очень острые. Но от горячей температуры... Острота уходит. Здесь еще, то есть, это вы не будете жечь себе глотки и страдать до второй день. Да, утром, особенно. Короче, это хорошо, вкусно. Берите этот рецепт на вооружение. Или можно разные начинки делать. Делайте, как вам нравится. Я вам просто дал свою идею. Можете воспользоваться, совсем бесплатно. От вас стоит, нет, какая бесплатно, короче, лайк там. Поделитесь с кем-то, что-то напишите хорошее, доброе в комментариях. Мне мало не надо, я простой человек. Да, бывает. Совсем простой. Короче, все, до свидания, до следующего видео.